Чорниш, абрикос, кота, стая. Усі котячі імена вихованців притулку одразу і не запам'ятаєш. Всього на території монастиря постійно знаходиться близько 20 котів. Ще з десяток приходять сюди періодично з приватного сектору. Ну, в основному у нас коти от появляються, як можна сказати, з вулиці. Да? От вони просто от взяли і появились. Ми не знаємо, хто їх принес, откуда вони взялись. Вони у нас спокійні, миротворені, вони у нас всі дружелюбні, вони приспосабливаются даже к таким условиям, что у них тут рядом даже есть такие, даже живут и собаки с ними, они не агрессивные абсолютно. Нерідко серед новеньких членів котячого сімейства монастирського притулку опиняються слабенькі та хворі тварини. Мы в первую очередь обращаем все свое внимание на тех котов, у которых начинаются какие-то болезни. Мы очень их ухаживаем, мы за них, если надо, люди приходят, там могут пожертвовать какие-то лекарства, мы, естественно, все это используем, вылечиваем, очень стараемся, чтобы коту было здесь, ну, комфортно, чтобы он был здоров. Приділяють монахи увагу в догляді за котиками і профілактиці їхнього розмноження, тобто стерилізації. Окрім запобігання небажаного приплоду, це і одна з умов взяття у родину потенційними господарями тваринки. В будущем это большой плюс, потому что сейчас, если кто-то хочет взять кота себе, то обязательно можно сказать такое условие, чтобы он был стерилизован. Чтобы уже человек взял готового кота, у которого есть прививка, есть стерилизация, есть паспорт. Вот все это мы здесь можем сделать. Вот, а человек, который уже видит рекламу этого кота, он просто приходит, уже готового кота просто берет. Здоровый, стерилизованный, привит. Никаких проблем. Бери и просто радуйся. Зусиллями столичних волонтерів вусатих вихованців відвозять на стерилізацію до ветеринарів, а також підбирають їм господарів. Чимало інформації про котиків Нещирівського храму розміщують в інтернет-ресурсах і самі священнослужителі. Реклама наша є на сайті Сланда. OLX, сейчас новое название, вот, и просто можно, есть реклама наших животных в виде таких фотогалерей на нашем сайте монастыря Нещировского. Бывает, что маленький котик, котенок, его, если мы его прорекламируем, он его сразу могут забрать, если понравится кому-то. Бывают коты, которые у нас вот есть, которые уже 4 года здесь живут, и мы будем очень надеемся, что Бог управит и найдутся и для них хозяин, который будет с ними, уже дальше будет с ним счастливо жить. Из Киева приезжают, тоже забирают, нравится им. От недавно чоловік забрав кошечку чорно-білу теж. Цікавий факт, що добродушність українських кішечок гідно оцінили німецькі господарі. Зазвичай більше половини вихованців цього притулку відправляється у родини цієї країни. Люди, які живуть в Германії, вони часто забирають молоді сім'ї, там по 35 лет, забирають наших котів, собі знаходяться. Їм нравятся пушистые, такі от как у нас, вот рыженькие, черно-беленькие. Вот. И они также, бывают такие случаи, они даже готовы, я знаю, забрать, и, может быть, даже и больного кота, потому что в Германии это все намного больше, лучше развита медицина ветеринарная. Все, что касается оплаты, транспортировки, даже дополнительного лечения здесь, на Украине, они все это оплачивают, организовывают. Просто с нашей стороны задача стоит такая, чтобы просто дать рекламу, показать, что у нас есть коты, которые хотят, которые нуждаются в домашнем уходе, чтобы они жили дома. Вот. И, естественно, люди уже видят, и которых готовы их забрать, уже все делают для того, чтобы они спокойно к ним туда переехали. Деякі котики стали особистими улюбленцями монахів та розділили із ними келії. А загалом життя пухнастих при монастирі в усі пори року із впевненістю можна назвати комфортним. Они пережили в эту зиму очень благополучно, практически никаких даже проблем не было. Вот. Они абсолютно приспособлены к уличным условиям, то есть для того, чтобы ночевать. Мы им тоже сделали всякие домики, утеплили их. Если надо, мы даже можем поставить какие-то утепляющие там вентиляторы, которые будут дуть.
Вот таким вот образом. А летом им здесь полная свобода. Сейчас вылезет трава, сейчас пойдут, сейчас весна. Вот им самая их любимая пора года. Вот поэтому они будут чаще уже на улице, естественно. Немаленька армія храмових вусатих та смугастих потребує і немаленьких коштів на їх утримання. Без сторонньої допомоги з боку небайдужих людей самі б монахи не обійшлися. Ми дуже нуждаємося в помощи со стороны, потому что все-таки количество немаленькое котов, и каждому для каждого кота, естественно, нужна еда, нужен уход, нужны лекарства. И мы очень нуждаемся, чтобы была какая-то помощь финансовая. Потому что нам много чего нужно покупать, и мы только-только вот в этом плане развиваемся, и мы нуждаемся в помощи. Найбільшою ж мрією служителів монастиря залишається і те, щоб усі їхні чотирилапі улюбленці нарешті знайшли і домашній затишок та люблячого господаря. Кот считается животное, которое в человеке развивает доброту. Вот, человек, который не любит животных, он, естественно, жестокий. Вот. А вот коты, они как раз вот они в человеке вот качество доброты, нежности, ласки, вот какие-то вот такие инстинкты вырабатываются. Да, это все очень способствует. Вот дети очень любят котов, то есть очень хорошо так тоже при воспитании. Вот это вот может повлиять. Марина Кошкіна, Володимир Дон, студія Барт, Нещирів.